Что вы ждете от Киныча? Что вы ждете от Киныча? Ничего плохого. Море позитива, улыбок и тому подобное. Много людей, много продаж. Бросить пить, заняться спортом, родить детей, ну или помочь кому-то родить детей. Это, конечно же, для нас, девочек, самое главное. Дрифтит от мальчиков. Я не в курсе. Ну, у меня есть, на самом деле, парень, так что лучше, чтобы он этого не слышал. Любимый, привет тебе. Секс, алкоголь, рок-н-ролл. И я думаю, что мы познакомимся с хорошими ребятами. Что вы еще умеете? Массаж. Эротический. Ладно, спасибо вам большое. Хорошего времяпрепровождения. Я не знаю, что сказать. Сколько лет? Мне? Пуэру. Все понятно. Спасибо. Здорово. А так я очень хотела пойти на эти три фильма. Очень рада, что они все вместе. У тебя есть айфон? Да, у меня есть айфон. Четвертый или пятый? Четвертый. У меня у подруги пятый. У тебя есть айфон? Да. Именно Apple. Ну, я бы, наверное, Риддика посмотрел, потому что ни разу вообще не смотрел. Последний фильм какой? А, я не знаю, я рассчитывал честно спать на этом фильме. А вы спать одна будете? Втроем. Вы будете втроем? С одной стороны, эмоции положительные, с другой стороны, эмоции непонятные. И фильм понравился. Когда фильм закончился, было ощущение подъема. На самом деле, фильм, мне кажется, на 3,5. Яблочко. Мы в восторге. Фильм интересный, но он очень длинный. Грустноватый какой-то. Это было здорово. Замечательно. Очень интересный фильм. Каждый может быть великим. Нужно только смелость на это. И железные яйца. Нельзя доверять даже самым близким. А значит, вы братья. Когда не нужно сдаваться, если у тебя есть идея, нужно исследовать. Бизнес – это в первую очередь бизнес. Друзья – это друзья. Люди – это самоважно. А в данном фильме показали, мне кажется, правильного Джобса. Джобса! Как фильм назывался? Какой? Я смотрел фильм «Пираты Силиконовой долины». Кто-то на два ряда сзади нас уснул, но не храпел, мы его не слышали. Мы не были там. Ты спал? Нет. Ты спала? Нет. Что я знаком с этой темой. Здравствуйте, какие ваши впечатления от фильма? Ваши впечатления от фильма «Риддик»? На самом деле все намного лучше, чем мы ожидали. Офигенные впечатления о фильме. Очень такой эффектный фильм, очень понравился. Мы не были там. Мне «Риддик» не понравился. Фильм какой-то про мужика с катарактой. Как-то, я думала, он поглупее. На троечку. Хороший фильм. Хороший сценарий. Отличная игра актеров. Когда он мачете перерубил голову и так красиво ножкой подставил ящичек. Да. Детективы, боевички, я люблю. Вин Дизель, классный мужик и актер. Захватывает внимание, и время быстро пролетело. Я просто заснул, мне кажется, на минуте на 30-й, а потом проснулся от жесткого экшена. Рубили, убивали. Это как в героев пятых поиграть. Мой друг, который сидел рядом, его зовут Никита, начал ко мне приставать, хотя у него отличная девушка. Мы же семья, мы должны не кидать друг друга. Лысина мне понравилась. Пса или собачку? Лучше бы убили Риддика, а собачку оставили. Танцуют все. Организация очень шикарная. Фильмы, конечно, хорошо подобраны, очень классные. Пришел народ, и он остался доволен. Вообще, само мероприятие, по сути, хорошее. Порекомендую, конечно, даже больше. Все, кого можно. Ну, лучшего вашей организации. Ждем вас к плану нам.